Значит так, это у нас улица Курчатова 4. Значит, мы сделаем просто. Фатима, с голыми руками, с чистыми. Так, пробегаешься вдоль этого подъезда и посмотрим, есть ли листовки. Давай. Только побыстрей. Это антипутинские листовки, которые мы просто специально не показываем в кадре, для того, чтобы не пропагандировать дополнительно. Тима побежала к следующему подъезду. Тима побежала к следующему. Здравствуйте, здравствуйте. Начальники. Здравствуйте. Значит так, что-то там она и у следующего подъезда. Просто мы сейчас дождемся просто ее возвращения. К сожалению, тексты весьма... Да, Вячеслав Викторович, как? Нет, очень недвусмысленный текст, экстремизм чистой воды. Да. Так, где там наша... Ага, все, вот она уже бежит назад с трофеями. Мы сейчас просто проводим эксперимент, сколько же у нас их висит. Это Курчатова, дом Курчатова 4. Просто-напросто всего, по-моему, 4 или 5 подъездов, я уж не помню. Ну-ка, ну-ка. Она бежит, что-то в руке есть. Так, 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 что? Есть что-то? Сколько? Просто не показывай текст, просто сколько штук. Ну, 4 штуки, 4 подъезда, 4 штуки. 4 подъезда, 4 штуки. Вот, что вы можете сказать, Вячеслав Викторович? Я могу сказать только одно. Здравствуйте. Как мы не пытаемся очистить город, придется и ночью работать, но пока, к сожалению, весь город не удается очистить. Понятно. Спасибо, Вячеслав Викторович. Ну что ж, спасибо.